Всем добра, всем здоровья. Смотрите, хочу посоветовать. Это совет для тех, кто держит кур, уток, ну, для тех, кто несется интенсивно. Смотрите, что я делаю. Тепленькая водичка, мел граммом 200 мела, плюс туда же, смотрите, кормовые дрожжи, плюс туда же рыбная мука. Есть у меня мясокостная мука, но я не буду добавлять, так как мясом они у меня, когда у меня есть бульон жирный, то на бульоне я им готовлю вот точно такую же смесь. Смотрите, вот рыбная мука. И на дробленке вот это вот ведро приготовили. Это для того, чтобы ваши куры не сели на ноги, потому что они же несутся, и весь кальций у них, значит, выводится. Поэтому курочки садятся на ноги, они начинают хромать. И вот это вот первая для них помощь. Вот, они стараются для нас, поэтому мы должны заботиться за их здоровье. Вот так вот приготовили. Водичка тепленькая. Все, что выпало с ведра, они, естественно, соберут. Водичка пусть будет у вас тепленькая, потому что уже холодно. Вот. Вот такая вот смесь. Вот такая вот смесь. Им хватит этого ведра. Очень много кур я распродала, так как их кормить действительно смысла нет. Столько яйца я от них не продам. То, что зарезали, зарезали. То, что оставили, оставили. Что раздала, раздала. Одним словом, вот тут вот так вот нужно приготовить и отдать. И вы уже спокойны за свою птицу. Всем добра, всем здоровья, всем пока.